Всем привет! У меня хорошая новость. К нам приехал новый Mindless. Я хочу познакомить вас с несколькими интересными моделями. Например, первая моделька, которую хотелось бы рассмотреть, называется Mindless Lakota DT2. Выпускается в двух цветовых решениях. Цвет Natural выглядит вот так, и цвет Black. Полностью черный со всех сторон. Вот, давайте посмотрим про нее поподробнее и поближе. Перед нами лонгборд Lakota DT2 в черном цвете. Очень интересный дизайн, полностью черный, и колеса, и подвеска, и сама дека. Второй цвет коричнево-голубой. Верхний слой выполнен из ореха, а дальше идет канадский клен. В подвеске установлен Mindless талисман. Колеса Haraka Wheels. 75 миллиметров. Подшипники Mindless Precision, высокоточные подшипники, которые можно чистить и обслуживать по полной программе. Достаточно большие колеса. Шкурка очень цепкая, крупная. Можно катиться с горы, даже высокой, если найдете. А также можно просто кататься по городу, так как такой лонгборд достаточно красив, привлекает своим внешним видом взгляды абсолютно всех приходящих. Официальная цена 21 560 рублей. Следующая модель, которую я хотела бы показать, называется Mindless Lakota. Вот так она выглядит. Давайте посмотрим про нее. Lakota. Чем он интересен? Во-первых, составом деки. Мы видим сбоку, сердечник выполнен из бамбука, снаружи идет канадский клен, и верхний слой выполнен из композитного волокна, что придает дополнительной прочности всей деке. В целом он очень легкий и очень прочный. Задранный хвост и нос позволяют делать очень большое количество трюков. Если посмотреть на подвеску, здесь стоят Mindless талисман, их самые высокие по уровню подвески с гравировкой. Интересно наклеена шкурка, мы видим принт, выглядит достаточно необычно. А здесь установлены колеса Maggi 70 мм и Mindless-овские Precision подшипники. Обслуживаем их, можно чистить и использовать многократно. Официальная цена такого комплита 25 960 рублей. Комплит Lakota подойдет любому, кто захочет продвинуться во фристайле. То есть, если вам нравится именно трюковое катание, прыжки, то эта моделька будет как нельзя лучше. Она достаточно небольшая, очень легкая за счет смешанных слоев. И также у нее есть выступы такие на носу и на хвосте, за счет которых будет очень удобно совершать прыжки и любые другие трюки. Следующая интересная моделька называется Mindless Hamu. Вот так вот она выглядит. Лонгборд Hamu очень интересен своим составом деки. Если посмотреть сбоку, то видно несколько слоев бамбука, запечатанных внутри и снаружи. За счет этого дека крепкая и мягкая. С этой стороны мы видим стилизованную наклейку шкурки. То есть те зоны, которые нам нужны, они будут хорошо держать, но при этом видно слой бамбука. Этот фирменный знак Mindless Longboards. Кик-тейл и ноу-тейл задраны для трюкового катания. Это будет самым важным, наверное, что делает ее в наших глазах очень-очень крутой. В подвеске установленный Mindless талисман. Под ними установлены шок-пады мягкие, которые убирают вибрацию при катании на неровной дороге. Это будет огромным плюсом. Большие колеса Maggi 70 мм. Подшипники установлены, версия Precision от Mindless, обслуживаемые. То есть можно их будет почистить и хватит очень надолго. Лонгборд Hamu очень флексовая моделька. Если по градации, флекс у нее будет один. Если я встану на нее, она будет под моим небольшим весом вот так вот продавливаться. Этот комплект подойдет любому, кто хочет кататься во фристайле, кто любит трюки и очень плавное катание. Также на ней можно кататься просто по городу. Она легкая и очень крепкая за счет нескольких слоев бамбука, встроенных между двумя слоями канадского клена. Официальная цена 23 640 рублей.
А вот мы рассмотрели три варианта лонгборда. Если взять в общем, то для скоростного катания больше подходит именно Lakota DT2 в двух цветах. Если вы предпочитаете все-таки трюковое катание, то обратите внимание на модельку Nayoka и Hamu. Они отлично подходят для дейсинга, фристайла, для любого трюка будут самыми лучшими вариантами, при этом облегченными. Ждем вас с 15 до 23. Get the sport!